хлопок – дар степей Южного Казахстана. Хороший урожай вырастили в совхозе «Пахта-Арал» и хорошо его убирают. В подарок съезду партии механик-водитель Николай Луценко дал слово собрать 120 тонн хлопка сырца. Первый год самостоятельно работает Фатима Урумбаева, а уже в числе лучших механизаторов совхоза. Ежедневно на заготовительные пункты совхоз отправляет караваны хлопка.